Меня зовут Сережа. Представляю вам мой новый бизнес-проект. Сначала я его собрал, его выжигал. Рисунки, да? Да. Потом раскрашивал эти рисунки. И в конце я покрасил лаком. Тут такое вот путешествие. Но сначала тут ехали по городу. Потом они ехали вот там по лесу, по горам. И потом в самом конце приехали так ближе к вулкану, там, где был дракон. Ну, на нее можно садиться, как гараж такой. Использовать как столик для малышей. Почем ты ее продаешь? За 2000. Кто купит этот стульчик, тому будет еще бонус от папы. Ежедневник, как успеть все.